Это кто тут не хочет просыпаться? Сурок, вставай! Будильник звенит. Нам пора. Правильно! Мы будем путешествовать! Ха! Собрали чемоданы и в путь дорогу! Вау! Это же лес! Эй, Сурок! Как твое настроение? Потанцуем! Классная музыка! Мне нравится. И Сурку, кажется, тоже понравилось. Может, позовем гостей? Вау! Смотри, как енотик будет играть на гитарке. Вау! Опять танцуем! Клево! О, нет! Порвали струну! Оу-оу-оу-оу! Какой злой Сурок! Кажется, он начинает злиться! Опять дискотека! Мне нравится! Будем танцевать? Ой, дискотеки конец! О, вау! Будем собирать грибы! Но для грибов нужен дождик! А вот и дождик! Ура! Ой-ой-ой-ой-ой! Кажется, зря мы надумали собирать грибы. Плохая была идея! Прости, Сурок! Что? Оу, дятел? Нет! Что произошло? Оф, мы фургон еле как восстановили. Кажется, он злится. Я слышала, как он рычит. Откуда столько воды? Ах, да, он же утопил свой фургон. О, дятел, нет, не садись туда. Это, кажется, плохо закончится. Наш Сурок очень-очень недовольный. Этот дятел постучал нашему Сурку по голове. Ох, что тут творится? Приключения просто прикольные. Опять музычка, опять будем танцевать. Что-то оно быстро заканчивается. Мы только начали наши танцульки, а оно уже заканчивается. Выходи, Сурок. Будем с тобой. Оу, дятел, ты туда не садись, нет. Плохая была идея, бедный Сурок. Ой-ой-ой-ой-ой. Но мы-то знаем, что обрадует Сурка. Смотри! Нет! Воу-воу-воу! Я же хотела как лучше! Туши-туши гитару, туши скорее! Ох, потушили! Хвост горит! Нет! Правильно, нужно в озеро сразу нырять. О, что-то он очень-очень злым становится. Мне прям очень страшно. Эй! Дятел, нет! Кажется, этот Сурок ненавидит этого дятла. Точно, вот лицо у него очень недовольное, ну вот очень недовольное. Ну что поделать, мы-то хотим, чтобы наш Сурок был веселым. Что произошло? Ну вот, выпустил пар, и теперь у него хорошее настроение. Можем продолжать наши приключения. Енотик, в гости! Вот они там будут веселиться. Воу, что? Что? Выгнал. Сурок наш выгнал енота. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой, енотик, смотрите, он не обидчивый. Он пришел и решил поиграть на гитарке. Что он там поет себе под нос и танцует? Классно пляшет. Струну порвали. Нет. Я хочу, чтобы мы пожарили маршмеллоу. Пойдем жарить маршмеллоу. Ура! Класс! Только не ешь ее сразу. Да для чего? Не, да он тебе, кажется, язык обжег. Но зачем нырять? Попил бы воды и достаточно было. Я знаю, он тайно хотел покупаться, но что-то ему мешало. И поэтому он решил туда вернуть.
Что, ты будешь играть на гитаре? О, не зря он эту гитару держит. Он играет на ней. А змейка танцует. Они так одновременно моргнули, и все. И песня закончилась. Я хочу еще песен. Пожалуйста, кто-нибудь поиграйте. О, енотик, тоже хорошо. Только енот струны рвет. Не рви, пожалуйста, струны, енот. А то наш сурок ругается на тебя. Ну вот, так и произошло. Ну, может быть, мы задобрим его? А, нет, струну порвали, еще и подожгли. Что сейчас будет? Ой-ой-ой-ой-ой. Потушили. Сурок горит. О, нет! Вот это да. Вот это вот приключение. Этот отдых наш сурок не забудет, кажется, ну никогда. Так. Маршмеллоу! Люблю жарить маршмеллоу. Главное, не обжечься. Ого-го! Какой горячий маршмеллоу. Я даже не знала, что такое может быть. Ну что, накупались и пошли домой. Правильно, правильно. После купания нужна масочка. Какой он смешной. Это самый смешной сурок, которого я только видела. Эй, смешной сурок, пойдем танцевать. Приключения только начинаются. Нечего спать, будем танцевать. Тук-тук. Тук-тук, кто там? Выходи. Маршмеллоу? О, кому-то, кажется, понравились маршмеллоу. Вот мне нравится маршмеллоу. Воу-воу-воу, горячо! Это было очень горячо. Но ничего, мы забудем с тобой все плохое. Нет, не забудем. Что там произошло? Это очень опасно. Опять пар выпустил. Все, можно снова с ним играть. Доставать его, стучать и гитару поджигать. Нет, 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 нет. Она что? Давай ее уберем куда-нибудь в другое место. Она там почему-то сползает и сама загорается. Теперь ты горишь. Оу! Все, пожар потушили. Можно дальше играться. Дискотека! Воу-воу-воу-воу! Танцуют все! Особенно злые сурки! Что? Ты не злой? Он не обиделся на меня? Надеюсь, нет. Давай там! Это же я! Ты зачем огонь тушишь? Давай мы с тобой маршмеллоу пожарим, или сосиски, или шашлык сделаем. Ну, как не тушится? Эй-эй-эй, плохой сурок. Пойдем на гитаре играть. Играй нам на гитаре. Мы будем слушать вместе со змейкой. Они так мигают смешно. Ой, классная игра. Ребята, кстати, как вам эта игра? Напишите в комментариях. Сурок, если вам нравится эта игра. Вот, и мы будем тогда снимать продолжение. Будем танцевать, играть на гитаре и вообще, что тут еще можно? Маршмеллоу делать будем. Он еще и поет. А змея танцует. Она смешная, очень желтая. Прикольно. Эй, сурок, выходи. Будем маршмеллоу делать. Ты решил потушить огонь? Нет! Давай маршмеллоу делать. Не тушится. На тебе ничего. Что это было? Как такое возможно? Здорово, его потушил все-таки. Ой, енотик. Что сейчас будет? Ого-го, вот это да. Какой лохматый. Ты такой лохматый сурок. Конечно, к тебе никто в гости не придет больше. Ты угостил бы, что ли, его. Эй, дятел! Не делай так, пожалуйста, нет!
дятел очень тут противный, конечно. Нет, сейчас кто-то попадет! Ты его напугал! Что ты? Ты весь лес спалил? А, нет, все в порядке. А то я думала, весь лес из-за него сгорел. Ой, котик! Весело, весело, играем на гитаре. Что он бормочет? Труна! Нет! И все-таки еноты не должны играть на гитаре. Тук-тук! Пойдем гулять! Собирать грибы. Дятел. Ох, этот дятел решил точно достать нашего сурка. О, танцы я люблю. Да, потанцуй со мной, сурок. Ну что так быстро музыка заканчивается? Мы так не договаривались. Ух ты. Что? Что сейчас будет? Что-то будет. О, дождь! Молния! Нет, не убегай! Ну вот, я думала, он промокнет, а его еще и молния ударила. А говорят, молния дважды в одно место не бьет. Но это, видимо, не про нашего сурка. Эй, туши гитару! Зачем я здесь оставил? Ее нужно отсюда убрать! Непослушный сурок. Вот я ему даю советы, а он меня не слушается. Вот и... Что? Что? У него хвост загорелся? Ой-ой-ой, это, конечно, очень опасно. Танцы-танцы! Обожаю танцы. Особенно, когда танцуют сурки в таких костюмчиках. Ой, смешно-смешно. Особенно его костюмчик. Очень классный. Так-так-так. Кто тут живет в трейлере? О, а это твой друг, да? Что-то ты не слишком дружелюбный. Поэтому он тебе постучал по голове. А кто хочет играть на гитаре? Пусть енот поиграет на гитаре. Опять танцы? Что еще делать вечером в лесу? Устраивать дискотеку! Ну, так думает наш сурок, видимо. Потому что он ее бесконечно устраивает. О, енот, гитара. Вот в лесу классно играть на гитаре. Енот это точно знает! Да? Играет он хорошо! Хотя наш сурок, наверное, чуть-чуть лучше играет, чем енот. Ну, но ведь это его же гитара. Танцуем! Давай дискотеку устраивай! Танцы, танцы! Лучше всех! Жаль, конечно, что хорошие танцы так быстро заканчиваются. Злой! Мы его разозлили. Все в порядке. Такая тишина. Давайте дадим отдохнуть этому сурку. Сколько секунд ему дадим? Ребята, напишите в комментариях, сколько мы дадим ему секунд. 5 хватит? 1, 2, 3, 4, 5! И... Ой, он уже решил отдохнуть тут без нас. Рано тебе отдыхать. Будем играть и веселиться. Выходи. Выходи. О, сейчас точно выйдет. Будем танцевать под живую музыку. Енотик играет, а мы танцуем. Он скачет, не танцует, а просто пляшет. Это пляшки какие-то. Дико-дрыгу танцует. А давай маршмеллоу жарить. Не гитару поджигать, а маршмеллоу жарить. Туши, туши. Я тебе помогаю. У тебя хвост. Потушили. Это все Радагирак. Потушил хвост этого барсука. Сурка. Или кто он там вообще у нас? Ну-ка, выходи. Будем с тобой танцевать. Я должна быть убеждена, что у тебя все хорошо. Поэтому поднимаем тебе настроение танцами. Ну, все. Не слишком оно должно быть хорошее, потому что мы же тебя все-таки злим. О, енот. Снова играет свою классную песенку. А мы снова танцуем. А сурок снова пляшет. Джигу-дригу.
Ох, какой злой, продал енотика. Нет, я хочу вернуть енотика. Пусть енотик идет к тебе в гости. Тушить огонь. Правильно, он сам загорелся, его нужно потушить. Туши его, туши, туши. Плохо стараешься. А! Ты что, масло туда налил? Ты зачем так сделал, глупый сурок? Пойдем потанцуем. Смотрите, как он пришла танцевать. Что это за движение вообще? Кто так танцует? Ты совсем старенький сурок. Сейчас так никто не танцует. Сейчас по-другому танцует. Опять тушить? Кто зажигает этот костер? И почему его постоянно нужно тушить? И как он сам загорается? Бум! Кажется, кто-то сильно загорел от костра или обуглился. Ты не хочешь играть на гитаре и сделал маску после того, как обжегся? Ну ладно, мы не будем тебя беспокоить. Не будем тебя беспокоить. Или будем? Выходи, выходи, выходи. Ладно, ладно. Мы не будем тебя беспокоить. Уговорил. А то ты бомбишь очень-очень сильно. Мы просто будем звать енотика, чтобы он играл на гитаре. Пойдем, енотик. Что? Ты хочешь сам поиграть на гитаре? Ну, я не против. А еще не против эта змейка, которая танцует. Ну вот, подняли настроение нашему сурку. Вот еще бы потанцевать, и мне кажется, оно станет еще выше. Да! Танцуем, танцуем, танцульки. Даже наш сурок любит танцульки. Что наш сурок не любит? Дятлов! Эй, ты что натворил? Все, пиши пропало. Там же все теперь мокрое внутри. Глупый дятел! Вот как тут не злиться? Тут даже я злюсь. Там было столько воды, он вылил воду. Бедный сурок. Пойдем греться у костра. После такого обязательно нужно согреться. Да, и маршмеллоу с собой бери. Обязательно. Пикничок, пикничок. Горячий пикничок получился. Бега! Зачем ты весь нырнул? Ну, зато остудился. Вот точно он остудился. 100%. А, ну, пойдем на гитарке, что ли, поиграем. Ой, енотик. Енотик хочет играть на гитаре. Эй, сорок хочет танцевать. Вот веселая у них компания. Да. Что он все время кряхтит? Ты чего все время кряхтишь, сурок? Туши. Разрешаю. Нужно тушить. Правильно, он сам загорелся, нужно его потушить. Плохо тушишь. Туши хорошо. Я ничего не говорила. Нет, 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 это не я. Нужно скорее кого-нибудь звать. Зовем сурка на танцы. И он согласен. Вау. Почему так быстро музыка заканчивается? Кто тут диджей? Тут кто-то плохой диджей. Музыка быстро заканчивается. Кто тут такой смешной? Очень-очень сильно смешной сурок пришел к нам и ушел. Ну ладно. Мы будем сами тут играться на гитаре. Кстати, сколько друзей у этого сурка? Давайте посчитаем. У него есть змейка, у него есть енотик и дятел. Напишите в комментариях, сколько друзей у сурка. Вот этот енотик пришел в гости к нему в трейлер. Но он не рад. И выгнал его. Вот все время он гонит этого бедного енотика. Я так не играю. Ой, нет. Кто-то очень сильно бомбанул. Правильно, сейчас тебе главное отдыхать, релаксировать, расслабляться. Ни о чем не думать, не беспокоиться. Отдыхай, отдыхай. А мы пока на гитарке поиграем. Ой. Это не мы. Это не я. Она сама.
потушили. Главное вовремя потушить хвост. Вот что самое главное. Ну а что, ребята, понравилось это видео? Понравился этот огород? Тогда ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И желаем вам отличного настроения!